Дамы и господа, задержите дыхание. Это номинация «Женщина года». Поприветствуйте госпожу Бхарти Бхатия. А теперь я попрошу президента Организации индийских женщин, господина Раджива Мехру, вручить награду. Прошу. Поздравляю. Мэм, вы можете сказать несколько слов? Спасибо. Большое спасибо. Сегодня, в женский день, я получила награду. Я Бхарти Бхатия. Родилась в небольшом городке Патна. Я была старшей дочерью в семье. Помимо учебы, я должна была присматривать за братьями и сестрами. Я ходила в колледж. Хотела продолжить обучение, получить степень. Вместо этого я вышла замуж и переехала к мужу. И я стала присматривать за своей семьей. Дочь, сестра, жена и мать. Как любая мать, я тоже пожертвовала своим настоящим ради будущего своих детей. Трое детей, успех мужа. Все так завертелось, что я не заметила, как у меня появились седые волосы. И вот однажды в моей жизни появился ураган, мой внук, Ман. Он меня встряхнул. Седина не означала конец жизни. Как оказалось, это было только начало. Он меня этому научил. Он предвидел мой сегодняшний успех. Если бы в каждой семье был такой сын, муж, брат или внук, как Ман, то каждый день можно было бы отмечать как женский день. Спасибо. Большое спасибо, Ман. Я хочу поделиться этой наградой с человеком, которого я очень уважаю и люблю. Господином Аркей Бхатия, моим мужем. Пожалуйста, поднимись на сцену. Иди, Аркей. Тебя зовет жена. Пожалуйста. Иди, Аркей. Иди. Наши женщины самые лучшие. Неважно, как плохо мы к ним относимся. Они всегда уважают своих мужей. Сегодня Бхарти оказала мне большую честь, разделив эту награду со мной. Она всегда поддерживала наши отношения. Не все было гладко, но она не позволила им разрушиться. Я никогда не ценил ее.
всегда ругал ее. Мои дети последовали моему примеру и тоже начали ругать Бхарти. Сегодня я понял, что если муж не будет уважать свою жену, то наша семья, друзья и общество тоже не будут ее уважать. Сегодня я публично прошу прощения у своей жены. Бхарти, если можешь, прости меня. Что ты такое говоришь? Прости меня. Ну, хватит. Прости меня. Пожалуйста, хватит. Прости меня.